Всем добрый день! Тема сегодняшнего видео будет называться так. Пока вы пытаетесь изменить других, в этот момент сломают вас. Что это означает? Очень часто, когда мужчина и женщина вступают в брак, у них открываются новые какие-то привычки, новые черты характера. Это особенно к этому склонны мужчины. До брака, когда они добиваются женщину и хотят, чтобы она стала их женой, они все такие пушистые, нежные, мягкие. А после брака сразу показывают, на что они способны, да, по отношению к женщине. Но и женщины тоже, конечно, от этого не отстают. До брака она такая прям вся милая, нежная, обещает каждый день варить борщи, но после того, как получает печать в паспорте, сразу говорит о том, что борщи-то она варить вообще не умеет. Очень часто такое бывает. Но я не говорю, что это в 100% практике, но в основном борщи это как пример, сами понимаете. Вот. Так что в этой ситуации творится, да? В основном в таких ситуациях люди пытаются изменить другого человека, что в крайней степени неправильно. Потому что пока вы, например, как женщина, бросаете все свои силы на то, чтобы изменить своего мужа, в этот момент муж вас просто сломает. Потому что у вас не остается сил защищаться психологически от него. Вы разломленные, у вас мысли только о том, что вас не устраивает в отношении мужа к вам, вы думаете только о том, как бы на это повлиять, вы от этого страдаете, переживаете, и вы психологически неуравновешены. И как раз в этот момент вам могут нанести удар. И не только муж, но и ближайшее ваше другое окружение. Например, на работе могут тут же на вас надавить, почувствуя то, что вы становитесь слабым в этот момент психологически, и вы мыслями летаете совершенно в другом направлении, и тут же вас могут психологически сломать, или какие-либо другие обстоятельства. Поэтому мой совет чисто психологически: не стоит менять другого человека, не стоит даже пытаться изменить другого человека, потому что это сделать просто невозможно. Что касается брака, здесь есть только один выход сохранить брак, это смириться и потом в конце концов найти какой-либо компромисс за столом переговоров. Не получится, увы, брак ваш не состоится как счастливый, поэтому лучше его прервать вначале. Или смиритесь и договоритесь, или разведитесь. Других вариантов просто нет.